Именно это я и спрашиваю. Непонятно, что такое свобода. А вообще? Да. Но если ты не ограничен, тебя бросают в лесу, и ты свободен. Что же? Нет. Свобода – это ощущение, когда ты находишься в очень определенных условиях, и тогда ты чувствуешь там ограничения, с одной стороны, а с другой стороны ты… Потому что без ограничений ты не свободен. Без ограничений от чего ты свободен? Сама свобода имеется в виду вот это понятие, что ты находишься в ограничениях, и в них ты свободен. Ну, ты смотришь на меня, что? Я, может быть, не могу это объяснить красивыми словами. Что значит, что я свободен? Свободен от чего? Надо, чтобы от чего-то было или же нет? Да. То есть, я был сначала ограничен, а сейчас я свободен. И я чувствую, что я свободен. Если я не ограничен и не был ограничен, я не чувствую, что я свободен. От чего свободен? То есть свободой называется, что я чувствую ограничения. И эти ограничения сейчас, несмотря на то, что они сейчас существуют, они все равно на меня жмут. Но я свободен от них. Я свободен от ограничений, а не то, что их нет. Ты сейчас... Тебе открыли, что ты принц. Так с завтрашнего дня ты должен вставать вовремя, кушать то, что тебе говорят. Да, квакер, овсяночку. Ты должен одеваться в смокинг с самого утра. Не знаю, посещать какие-то детские сад, потом где-то красную ленточку прорезать в больнице. С утра до вечера ты свободен? Да это смерти подобно. Я тебе говорю, если бы ты видел их распорядок дня английской королевы, ты бы не захотел бы быть на ее месте. Это непросто. Свобода? Нет. А почему для них это да? Свобода. Почему для них это так? Потому что они приучили себя, получили воспитание, что все это для них, это не давление, но они чувствуют, что такова жизнь. Да, но в любом случае, даже если ты принц или не принц, ты идешь в соответствии с ограничениями, всю жизнь так живешь, в любом случае, и нет, не выходишь нет, из нет. этого. Если ты принимаешь все эти ограничения как желательные, как формирующие тебя самое лучшее, прекрасное будущее, эти ограничения становятся инструментом, в котором и сосудом, в котором ты получаешь наполнение. Тогда ты становишься свободным. А иначе представь себе быть свободным. Нет, я тебя спрашиваю. Дай мне пример, что такое свободный. У меня даже нет такой картины. Поэтому я и говорю, что я сначала был в ограничениях, то я теперь эти ограничения вижу как желательные. И тогда я свободен. Наоборот, они дают мне все добро. Это называется быть свободным. То есть я должен исправить себя в отношении к условиям природы, которые мне дает, представляет Творец. Когда я прихожу с ним в слияние, у меня нет ограничений, я свободен. Да, но эту свободу тебе дают, и ты должен согласиться с этим, обязывают к ней. Нет, нет, меня не заставляют, мне дают понять, как я выхожу на свободу. Вот это давление, в котором я сейчас нахожусь, даст мне сладость, насколько я выхожу из, скажем, там ямы или подвала где-то в том притче на свободу. Пока я не чувствую этих ограничений, такие, какие они есть, когда я нахожусь в такой тюрьме навечно и страшно, я не выйду на свободу, потому что я не могу почувствовать тогда эту свободу. Я обязан почувствовать всю ту свободу, которая есть в этом мире, или с посредством страданий, или света, возвращающего к источнику. Если я правильно понял, свобода — это получение ограничений как желаемых. Желание получить эти ограничения. Ну, представь себе иначе. Ну, нет же такого. По-другому. Если тебя бросают в космос, ну, будь свободен. Понятие «быть свободным» — в этом вся проблема человечества, который не представляет себе этого правильно.
поэтому они не приходят к воспитанию. И только с помощью воспитания ты достигаешь свободы. Воспитание помогает тебе принять ограничения в качестве желаемых. Ты используешь их самым эффективным образом.